Здравствуйте. Добро пожаловать в наш магазин, в наш совершенно новый магазин, который совершенно недавно открылся. Мы здесь торгуем, в общем-то, софтом. Вот. В смысле, не понимаете. Ну, софт, ну, программы всякие разные. Вы же пользуетесь компьютером, я надеюсь. Пользуйтесь. Хорошо. Это замечательно. Тогда нам есть что вам предложить. Соответственно, если вы пользуетесь компьютером, да. Вот. Что? Ну, в смысле, ну, смотрите, у нас есть замечательные программы всякие разные. Вот. У меня есть тут здесь вот целый список. Смотрите, целый списочек программ для компьютера. У вас какая операционная система стоит? Ну, в смысле, на компьютере операционная. Ну, операционная система, вот вы смотрите. Вот вы включаете, да, компьютер, да, включаете, включили. А заходите, ну, в смысле, не заходите, да. А вот у вас что сразу там? Ну, черный экран, да, да, потом после черного экрана. MS-DOS. А что такое? Это как это? Это бывает, что ли, такое? Да ладно, что вы меня разводите. А это потом сокрушается вот такая иконка, смотрите, вот такой вот, да, там Internet Explorer, вот эти вот все вот эти программные обеспечения, да. Ну вот, видите, я о том же. Ну, расскажите, чем вы занимаетесь, что вы делаете на компьютере обычно, что вы делаете, кроме того, что играетесь и смотрите фильмы всякие разные, смотрите фильмы, понятно. А вот по работе, может быть, что-то вы печатаете, да, много печатаете. Так, может, вам тогда, давайте я вам предложу, замечательно, у нас есть программа, называется Microsoft Office. Microsoft Office 2019, у нас есть замечательнейшая версия, новая, буквально недавно вышла. Вот прекрасная программа, вы там можете печатать, вы там можете составлять презентации всякие разные там, а вы там можете рефераты делать, если вам нужно, либо же какие-то доклады. Ну, в общем, это очень гибкая, поверьте, программа. Можете там даже написать книгу в этой среде программной. Это просто замечательнейший софт, полностью, заметьте, полностью русифицированный, полностью софт. То есть ничего не нужно делать, просто покупаете лицензию на него, скачиваете, заходите. Сейчас у вас ведь есть интернет. А у вас нету интернета, да, ничего страшного тогда. А вы сможете у нас купить это все дело на диске. У нас еще остались, не, в общем-то, болванки, а в смысле, у нас еще остались лицензионные диски. Вот, и мы вам можем сделать... Просто вот, кстати, у нас на диске вот есть акция. Если покупаете два диска, вам скидка 20% идет на оба диска. То есть это очень выгодно на самом деле покупать у нас софт, то есть компьютерные программы. Смотрите, Microsoft Word, замечательная программа. В ней вы можете найти. Сейчас я вам подскажу. Подождите, у меня здесь шпаргалочка есть. Сейчас я вам все расскажу. Значит, смотрите, Microsoft Word. Так, полностью пакет, полностью обновленный идет. Там уже русский язык, как я уже сказал, уже русифицированный. Также там встроенные любые языки абсолютно, какой вам будет удобно. То есть, например, если вы захотите, да, там печатать, и кроме того, не только сможете заниматься какой-то печатью, да, но и также Microsoft Word, он проверяет автоматически ошибки, и помогает вам справиться с грамматикой, то есть с орфографией и так далее. Вот, поэтому я очень вам рекомендую настоятельно, если вы занимаетесь как бы печатью, да, стишки пишете, но замечательно, почему бы и нет. Значит, смотрите, всего $400 стоит лицензионная версия программ. В смысле, да хрена. Ну что вы, это еще не дорого на самом-то деле. Мы же продаем лицензионный. Как это племянник поставил бесплатно? Что значит поставил бесплатно? Ну, мы же не говорим с вами о пиратстве, правильно?
ну, пираты, ну, компьютерные пираты, конечно, я имею в виду, что вы думали. Нет, 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 ваш Андрюша не пират, конечно, нет. Но я имею в виду не в том понимании, в котором вы подумали, все хорошо, не переживайте. На самом деле, ну, я понимаю, что можно, конечно, скачать программы там откуда-нибудь с интернета, стянуть, взять, но поверьте мне, это же преступление. Вы понимаете об этом? Кроме того, когда вы качаете какой-то софт с интернета, вам может навредить это. То есть там могут быть какие-то вирусы, понимаете? Там может быть абсолютно какая-то даже другая программа. У меня как-то друг скачал программу из интернета, а ему потом голые тетки на рабочем столе танцевали. Представляете? И он никак не мог от этой программы избавиться. Пришлось ему Windows удалять. Вот так вот. Так что вы подумайте, лицензионный софт — это очень-очень полезная штука. Вот. Значит, хорошо. Хорошо. Что вам еще могу предложить? Что-то подешевле. Ну что вы, что вы. У нас же скидки, не забывайте. Если будете брать Microsoft Word, вам в подарок еще 20% скидка, вы помните? Смотрите, еще, если вы любите, занимаетесь обработкой фотографий, у нас есть Photoshop. Замечательный фотошоп это. Смотрите, вы, например, селфи сделали, да. И получается, что ну, немножко не нравитесь себе, такое бывает на самом деле. Вот, например, и потом взяли там где-то, чуть подправили, там сделали там пиццуху себе можно нарисовать там, или наоборот, что-то убрать, что-то добавить там, короче, вот как удобно, так как нравится. Конечно, в жизни вы не станете, ну, в общем-то, как на картинке, да, но, тем не менее, вы сможете всегда выложить в социальные сети эту фотку, и будет прям круто, да, вот, поэтому Photoshop у нас по акции стоит всего $650, поверьте, 2 дня назад он у нас стоил 800, поэтому у нас идет как раз вот удешевление, никто не берет, понимаете, лицензионный софт, я не знаю, что у нас американское представительство, и, к сожалению, почему-то в вашей стране это не пользуется популярностью, я не понимаю, почему, вот, но мы вам можем многое предложить подешевле, чего-то подешевле, 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 но смотрите, если хотите, можете взять улучшенную версию Paint. А, в смысле, у вас уже на компьютере бесплатная, да, стоит, но есть же улучшенная еще версия. Знаете, да? Нет, не знаете. В улучшенной версии Paint можно дополнительно еще выбирать несколько цветов. Это очень прекрасная опция, поверьте мне. И стоит всего $150. 150 баксов. Нет. Да блин, а что же вам такое тогда предложить? Ну, хотите сапер, возьмите по скидке. Есть уже. Ладно, значит, сейчас, подождите, я свою шпаргалочку опять открою. Шпаргалочку, шпаргалочку. Так, что, что можем предложить, что можем предложить? Значит, смотрите, есть хороший вариант у вас, скажите, пожалуйста, есть антивирус установлен уже? А у вас бесплатный антивирус? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, это никуда не годится, поверьте мне, никуда не годится. Бесплатный антивирус, они знаете какие? Они даже сами могут вирусы скачивать, я вам скажу по секрету, да. Да. Ну так вот, я вам рекомендую. Я Касперский, замечательный антивирус, просто шикарный. В общем, смотрите, у нас есть идет. У него есть 30-дневная пробная лицензия. То есть вы идете на сайт Касперского, скачиваете у него, ну, в смысле, не у него, а на сайте, да, скачиваете этот антивирус. И у вас получается, смотрите, что я вам сейчас скажу, может, что у вас получается полноценная защита от вирусов. Вам надо будет только его зарегистрировать, вбить туда номер карточки, а также ваш идентификационный номер, номер паспорта и серию, вот, и копию свидетельства о рождении. Да, это совсем немного, поверьте мне. А еще свидетельство на право собственности о квартире, да. Вот, вбивайте все туда, и у вас 100% защита, то есть у вас все защищают абсолютно полностью. Нет, не зачищают, а защищают. Вот, ну да ладно. Не хотите? Всего $100. Это мы вам даем за то, что вы попробуете это в следующий раз. Ну хорошо.
могу за 50 рублей сделать вот так инструкции. Как полегчало немножко. Что, денег нет? Да ладно, фиг с вами. Бесплатно уже. Все. Я ж надеюсь, вы будете рекомендовать наш магазин своим друзьям, там, одноклассникам и всем-всем-всем, да. Сколько им лет? Как и вам? По 83 года. А, ну, в принципе, я им все расскажу. Вы просто отправляйте к нам. Скажите, что у нас акции и скидки, да. 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 А что вы к нам зашли еще? А, кроме дождя, еще вас название нашего магазина заинтриговало, да? Нормальное название, шестерочка, а что? Вы думали, тут большие скидки будут? Не знаю, почему так решили, но вот у нас есть что есть. Ну ладно, все, приходите обязательно. Обязательно еще к нам приходите.